Ручки, карандаши, альбомы, тетради. Мелочь, но все вместе вылетает в копеечку. Нынче собрать ребенка в школу – удовольствие не из дешевых. Именно поэтому общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» решило помочь тем, кто наиболее в этом нуждается. В нынешний четверг в нашем городе в одном из кинотеатров состоялась встреча «Твори добро» в рамках республиканской благотворительной акции «В школу с добрым сердцем». Эта акция в этом году приобрела очень большой размах, потому что я еще раз убедилась в том, что жители города Гродно самые искренние, самые добрые, самые душевные. Хочу сказать, что в этом году было собрано более 5000 единиц канцелярских товаров. Эти подарки в торжественной обстановке получили дети из почти 40 многодетных и неполных семей, а также семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Елена Владимировна – мама троих детей. Ее семья признана лучшей многодетной семьей Ленинского района города. И несмотря на занятость на работе и семейные хлопоты, женщина нашла время, чтобы помочь волонтерам собрать средства на такое нужное и доброе дело. Очень много гродненцев откликнулись. Кто-то ручку, кто-то целый комплект вложил, кто-то портфель, кто-то школьную форму. Большое спасибо вам, гродненцы, за оказанную вами помощь для деток этих многодетных, для деток-сирот и малоимущих деток. Большое вам спасибо. Оказали поддержку в проведении благотворительной акции и ряд торговых предприятий города. Всем им вручили благодарности от Гродненского городского комитета БРСМ. Приятные подарки, музыкальные номера и мультфильм на большом экране в завершении встречи. Для приглашенных ребят этот день стал по-настоящему праздничным. А все причастные к этой акции еще одним поступком пополнили свою копилку добрых дел. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.